Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И записываю я уже это видео третий раз. Надеюсь, это последний. Расскажу о своих, извините, покупках. Эти покупочки я ждала очень, потому что у нас началась жара. У меня даже спина сгорела. Поэтому сразу же заказала термальную водичку себе. Фирма Урияж. Это Франция. И она успокаивает, она снимает раздражение. Ее можно использовать перед макияжем, после макияжа. То есть вот здесь вот картиночки есть и показано для каких, в принципе, где ее можно использовать. Я сегодня пользовалась ей уже два раза, и она хорошая, мне понравилась. Такой привкус, как морской такой бриз, и запах свежий такой, прям, ну, вот, как будто с моря вы. И не с моря, а как будто на море вот такая свежесть идет. Действительно, вот глоток свежей воды для вашей кожи, да. Взяла сразу 300 миллиграмм, потом не стала размениваться, читала отзывы, все хорошие отзывы, и в основном девочки из Кореи ее прям расхваливают, захваливают, и я как бы взяла. Так что сравнительно 300 миллиграмм недорого выходит, и классная водичка. Дальше. Взяла крем фирмы Dermagic. Это польская фирма, лечебная. И крем для всех типов кожи. Что он делает? Он для обезвоженной кожи, то есть восстанавливает кожу, помогает ей набрать влагу, которая требуется, снимает раздражение, питает, разглаживает кожу, так заявляет производитель. Поэтому я еще как бы не пользовалась, только сегодня получила, но надеюсь, что мне понравится, потому что и отдушка здесь замечательная. Прям запах свежести, запах чистого тела. Я обожаю такие отдушки в уходовой косметике. И как бы все мне нравится. Увидим. Взяла я на замену. Я показывала вам заказ свой с Ив Роше и сыворотку крем. Я брала с красными такими крышечками. И они классные, они мне понравились, но почему-то меня сыпет, и я не могу понять, от сыворотки или от крема. Поэтому решила немножко как бы отстраниться от них и взяла вот на замену вот это, посмотрю. В этой серии есть сыворотка для лица, но опять-таки я побоялась брать, потому что не знаю, как отреагирует моя кожа. Если мне понравится, то я докуплю еще и сыворотку. Поэтому кто пользуется таким кремом, напишите, пожалуйста, как ваша кожа повела себя, используя вот этот крем. Дальше. Горло пересушено. Дальше покупки для маникюра, то есть гель-лаки. Я их покупала для работы. И это фирма Fox. И особенно я ждала вот этот цвет 186, такой цвет хаки, болотно-грязный цвет, но он очень красивый. Хочу, сняла свой гель-лак и хочу именно сделать вот этот. И тогда же я постараюсь снять видео для вас о гель-лаках своих и о том, как я их наношу и как правильно их наносить. Дальше оттенок такой небесно-голубой, 118-й. Эти лаки я, в принципе, подсмотрела у такой небесно-голубой, свеженький, весенний, у девочка-блогер Маша Каре, по-моему, как-то так, если я не путаю.
она там делала обзор на эти лаки, и я как бы заинтересовалась, взяла сначала немножко, посмотрела, и они мне очень понравились, и база, и топ, и вообще сами лаки классные. Дальше оттенок 046, это такой бирюзовый, тоже красивый, тоже весенний, такой свеженький. Очень красивое, мне прям хочется сделать кому-нибудь какой-то, я не знаю, какой-то дизайн прям такими красивыми цветами. И вот такая большая баночка French 722. Это такой нежно-нежно розовый для френча. Можно самостоятельно, не обязательно, как бы френч сейчас не так прям в моде, поэтому тоже полупрозрачный цвет, розовенький, будет очень освежать образ на длинный ногтик, да и на короткие тоже будет смотреться ничего. Поэтому эти лаки я могу посоветовать, потому что я их использовала и на клиентах, и на себе, и могу сказать, что они очень классные. Опять-таки сделаю отдельный обзор на эти лаки. Так что да, вот такой у меня видеообзор был на мои покупки. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Если было кому-нибудь полезно, опять-таки ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм. И обязательно напишите, хотите ли вы макияжи от меня. Я уже задавала такой вопрос, но как-то никак не слаживается. И какой именно вы хотите? Вечерний, дневной там? Или, может, серию какую-то запустить макияжей? Как вам будет интересно? Так что всех люблю, всех целую. До новых встреч. Увидимся. Пока.